Конкурс «Педагогический Олимп» – традиция. В 2018-м в нем приняло участие 14 учреждений общего среднего образования и 2 учебно-педагогических комплекса. Деятельность заведения оценивалась сразу по 14 критериям – от оснащенности образовательного процесса до внедрения новых форм работы. По каждой из позиций были выставлены баллы, но «Педагогический Олимп» – это именно тот проект, где проигравших нет, есть выигравшие в различных номинациях и победители, отмеченные как лучшие учреждения образования Ленинского района. Мотивация тут, конечно, тоже имеется, потому что школа, которая получила диплом первой степени, она, кроме того памятного приза, еще получит и сертификат на оборудование школьное. Это определенная планка, которую должны достичь каждое из учреждений образования по своему направлению деятельности. Конечно, она нацеливает и направляет на достижение более качественной работы и более высоких результатов. За каждой почетной наградой и ценным подарком история человека и его многолетнего труда. Что чувствуют лидеры? Команда первой гимназии на пьедестале победителей уже третий год подряд, а потому скромничают и от интервью элегантно отказываются. Также первую строчку в рейтинге заняла команда единомышленников ясли-сада номер 51 города Бреста. Для них это также не первый опыт. Коллектив уже оказывался на Олимпе, правда, тогда покорили республиканский. Это был 2014 год и первое место, а значит и признание лучших в Беларуси. Мы делаем все возможное, чтобы с детьми работали очень высокопрофессиональные кадры. Для этого мы нацеливаем их на повышение квалификации, на самообразование, на переподготовку. Да, сегодня в дошкольном учреждении более 80% имеют первую и высшую квалификационную категорию. Нет педагогов, у которых не было бы квалификационной категории. Мы работаем не за награды, мы работаем так, чтобы было комфортно детям нашим, чтобы довольны были родители. Выполняем социальный заказ государства, но стараемся выполнять на высоком уровне. И хотя на импровизированном Олимпе только руководители, победа – это заслуга всего педагогического коллектива. Только сильная сплоченная команда единомышленников является фундаментом, на котором строится прочная педагогическая система, благодаря которой район и город может по праву гордиться теми, кто пишет летопись современной Беларуси. А награды, безусловно, нужны для того, чтобы вдохновляться и вдохновлять других на новые свершения.